Сегодня все дальше от нас уходит то время, когда мы жили в одной стране – СССР. Время сглаживает углы, стирает детали, и многие уходят в небытие. А кое-что мы намеренно стараемся отодвинуть от себя, забыть. Но забыть не значит простить, не значит не повторить. Универсальный читальный зал предлагает вашему вниманию тематический калейдоскоп «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане. Памятная дата отмечается ежегодно в Казахстане 31 мая с 1997 года. По оценкам историков, жертвами сталинских репрессий в общей сложности стали более 3 миллионов человек. Из них около 500 тысяч были расстреляны, а остальные осуждены на длительные до 25 лет сроки лишения свободы. При этом в Казахстане с 1921 по 1954 годы были репрессированы 103 тысячи человек и расстреляны свыше 25 тысяч. В республике действовали 953 лагеря и спецпереселения. О них наш рассказ. Одним из основных и наиболее бесчеловечных механизмов репрессий стало направление осужденных в так называемые исправительно-трудовые лагеря. В 1930-х эти лагеря начали действовать в полном режиме и до 1960-х годов входили в состав единой структуры Главного управления лагерей и мест заключения, получивших зловещую аббревиатуру ГУЛАГ. Многие из осужденных были депортированы и отправлены в ссылку в отдаленные районы Советского Союза, в том числе и в Казахстан. История этих лагерей горькой солью въелась в саму память земли, на которой они стояли. На территории Казахстана находился один из самых крупных и страшных лагерей ГУЛАГа – Карагандинский исправительный трудовой лагерь, более известный как «Карлаг». На протяжении почти 30 лет этот лагерь, простиравшийся на сотни километров, принял за время своего существования более миллиона заключенных. Численность заключенных в Карлаге в разные годы доходила до 75 тысяч человек. Решение о создании лагеря было принято в 1930 году, когда вышло постановление Совета народных комиссаров СССР об организации казахстанского исправительно-трудового лагеря «КАЗ-ИТЛАГ». Через год было принято другое решение. Первое отделение КАЗ-ИТЛАГ «Совхоз-Гигант» реорганизовать в Карагандинский отдельный исправительный трудовой лагерь ОГПУ. Одной из целей организации «Карлага» было создание крупной продовольственной базы для развивающейся угольно-металлургической промышленности Центрального Казахстана. Управление «Карлага» подчинялось только ГУЛАГу в Москве. Республиканские, и областные, партийные и советские органы влияния на деятельность лагеря практически не имели. По существу это было государство в государстве. Среди заключенных «Карлага» были известны деятели советской эпохи, как Лев Гумилев, Анатолий Марченко, Мария Капнис. С 1940 по 1950 годы в «Карлаге» умерло 10 тысяч заключенных. Чрезвычайно высокая смертность падает на 1943 год, когда ежемесячно умирало по сотне человек. Не менее печально известен и Акмолинский лагерь жен изменников Родины, сокращенно Алжир, который с 1938 по 1953 годы был специальным отделением Карлага. Это был крупнейший советский женский лагерь. Через Алжир прошло около 20 тысяч осужденных женщин. В их числе певица Лидия Русланова, актриса Татьяна Акуневская, писательница Галина Серебрякова, жены поэтов и писателей, в частности Гульжамал Майлина, а также жены государственных деятелей Азиза Рыскулова, Гулямдам Хаджанова, Анна Каган, Фатима Аспанова, Елизавета Садвакасова и многие другие. Еще одним печально известным лагерем Казахстана стал так называемый «Степлаг» или «Степной лагерь», управление которого находилось в поселке Кенгир Карагандинской области. Здесь находились в основном политические заключенные. Этот лагерь был создан на основе Джасказганского лагеря военнопленных. А в начале 1940-х годов на месте «Степлага» располагался Джасказганский исправительно-трудовой лагерь.
Сам же Сиплак начал функционировать с 1948 года. В нем постоянно находилось несколько тысяч заключенных. Пик численности пришелся на 1950 год, когда число содержащихся в лагере приблизилось к 30 тысячам человек. Именно здесь отбывал свое заключение главный обличитель ГУЛАГа Александр Солженицын. Если Карлаг специализировался в основном на сельском хозяйстве, то в Сиплаге осужденные работали на медных и марганцевых рудниках и в угольных шахтах. Силами заключенных Сиплага после войны было начато строительство обогатительной фабрики, ТЭЦ, плотины Кенгирского водохранилища и самого города Жезказган. В мае-июне 1954 года Сиплаг стал местом одного из самых известных и трагических в истории ГУЛАГа восстания – Кенгирского восстания заключенных. В Кенгире восставшие бастовали, взяв лагерь под свой контроль и требуя от администрации соблюдения их прав и наказания виновных в незаконных расстрелах. В восстании приняли участие около 5000 заключенных, 43% из них – женщины. Восстание продолжалось 40 дней и было подавлено применением военной силы, включая танки. При этом, по свидетельствам участников событий, погибли сотни человек. После прихода к власти Хрущева приговоры узников ГУЛАГа были пересмотрены. 70% были реабилитированы к 1956 году. Ряд ненужных строек были прекращены. Окончательная ликвидация постыдных лагерей была завершена к началу 1960 года. Статистика и любые документы по деятельности ГУЛАГа оставались засекречены до 1985 года. Тогда же на территории Кустанайской области стали проводиться работы по обнаружению мест массовых захоронений жертв политических репрессий 1937 года. Было обнаружено три места массовых захоронений в городе Кустанай и массовое захоронение в Кустанайском районе недалеко от поселка Новоселовка в 17 километрах от областного центра. В Кустанайской области было репрессировано, по неполным данным, около 7 тысяч человек. Из них более 2 тысяч человек были приговорены к расстрелу. Как дань памяти по погибшим 31 мая 2003 года был открыт памятник жертвам массовых политических репрессий 20 века в Парке Победы города Кустаная. На кирпичной стене фрагмент решетки, за которой летит стая птиц. За ней находится гранитная серая глыба. Этот обелиск должен стать уроком здравого смысла для молодого поколения страны. Кроме того, потомки смогут почтить здесь память погибших, сказал Михаил Доуэнов, инициатор создания памятника. Тем, кто захочет узнать больше о трагических страницах истории политических репрессий, предлагаем познакомиться с книгами из фонда нашей библиотеки. «Черным карандашом Карлага» – альбом работ репрессированных художников. Каталог коллекции фонда музея «Алжир». Фотоальбом документов и фотографий музея. Страницы трагических судеб. Сборник воспоминаний жертв политических репрессий. Жуктау. Воспоминания детей репрессированных казахстанцев. Сталин. Расстрельные списки 1937-1938 годов. Документы и материалы о расстрелянных в годы репрессий. Истории в документах и письмах репрессированных казахстанцев. Асфендияра Кенжина, Хайреддина Балгабаева, Тюребека Османова. Прикоснуться и почувствовать сопричастность с теми далекими и наполненными слезами временем вам помогут электронные издания, представленные универсальным читальным залом. Достаточно навести на QR-код ваш телефон, и вы сможете прочитать книгу Валерия Могильницкого «В долине слез», попасть за колючую проволоку Карлага, пройти километры дорог депортированных казахстанцев. Уважаемые читатели, универсальный читальный зал приглашает вас познакомиться с представленной литературой. Спасибо за внимание.